Несколько месяцев назад Кирилл Сафонов и Саша Савельева стали родителями. Певица решила уйти из группы «Фабрика», чтобы сосредоточиться на воспитании малыша. Ее муж во всем ей помогает и чувствует себя очень счастливым. Сафонов часто берет заботу о ребенке на себя, гуляет и помогает Жене с домашними делами. На очередном снимке, который показал Кирилл, он выглядит располневшим. Многие поклонники посчитали, что за декретный отпуск мужчина набрал несколько килограммов, поскольку его жена стала больше готовить. Сам Сафонов подписал кадр лишь одним словом – «Дзен». Ему очень нравится быть в роли отца новорожденного, ведь старшая дочь Анастасия давно повзрослела. Кирилл Сафонов фото Instagram. Малыш уже познакомился со своей старшей сестрой. Девушка живет за границей, но недавно прилетала в Россию на день рождения отца. Для Савельевой сейчас самое главное – это ребенок. «Мне жутко интересно, что меня ждет впереди. Сейчас мне хочется посвятить время семье, заботе о маленьком человечке, который очень нуждается во мне. Теперь я знаю, ради кого буду петь», — говорила звезда. Тем не менее, Саша не исключает, что скоро вернется к работе. Она готова выйти на сцену за крупную сумму денег. Гонорар Савельевой 350 тысяч рублей. В такую сумму обойдется ее 30-40-минутное выступление. Песни «Фабрики» она не исполняет, если только одну, в качестве исключения, причем ее необходимо заранее выбрать. Есть абсолютно новая танцевальная программа с живой музыкой. Кроме того, Саша может выступить в роли ведущей вечера одна или с партнером. «Это обойдется в 250 тысяч рублей», — отметил менеджер Савельевой. Саша Савельева выйдет из декрета за 350 тысяч рублей. Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями в этом году. Фото Instagram. Первый брак Сафонова распался в начале 2000-х. Его жена Елена с дочерью остались жить в Израиле. В 2018 году бывшая супруга Кирилла умерла. Как говорили, она страдала от алкоголизма. Анастасия пыталась призвать мать лечиться и обратиться в клинику, но та отказывалась. Поэтому девушка прекратила общение с родственницей. По словам знакомого семьи, это изгубило Елену. Класс пост 661 071 подписчик.